хотела еще снять кусочек ролика, опять посвященный лесу. Почему? Потому что как раз по возвращении из леса вечером я прочитала необычную новость. Значит, конкретно город Река, муж и жена, такие пожилые уже люди, с собаками решили прогуляться в природе. Значит, они не живут в самом центре, это район чуть подальше от самого города, как бы на горе. Ну, в общем-то, именно под город относится. Вышли люди нормально, так, середина дня, к вечеру, и вверх с собаками. И это, скорее всего, не первый раз, постоянный маршрут. И, в общем, получилось как... Ох, люблю эти цветы. Они гуляли, и собаки играли, и женщина говорит, что наступила то ли на старый какой-то гнилой пень, то ли в траве что-то было, просто типа какой-то, ну, гора чего-то, в общем-то. И оттуда вылетели, предположительно, осы. Какой-то там вид японский ос или что-то в этом роде, но не ободы, потому что в это время, говорят специалисты, они уже, ну, как бы неактивны. И напали на людей. У женщины в итоге оказалось 17 укусов. У мужчины, скорее всего, не меньше этого. И также животные, собаки скулили, собаки боялись, валялись и плакали, в общем, скажем так. И женщина, естественно, испугалась, потому что тут был страх, аллергическая реакция. Так, ну как всегда. Ну-ка внутрь. Аллергическая реакция, в общем, на укусы. Поэтому я всегда говорю, если у вас есть что-то такое, берите всегда лекарства, даже вот просто до магазина, или если где-то просто прогуляться, как я сейчас. В итоге специалисты не вернулись на то место. Ну, как получилось, люди испугались, боль сильная. Они стали убегать и убежали по этой причине. Вот именно нападение не где-то в сторону дома, а напротив дальше. Орехи, что ли? Не пойму. И, в общем, они были уже далеко от дома, начало вечереть, дозвонились до скорой, поймали сигнал, приехала служба. Все, в общем-то, обошлось. Но видите, как может оказаться просто обычная прогулка в природу рядом с домом, может оказаться, ну, трагической.